Да, вот это вот, видимо, сам стол, где он сидел. Часы его. Тут, наверное, еще радиации, блин, осталось с тех времен. Сейчас я вам покажу его коробку, которую, наверное, он снимал людей. Вот, вот это вот, наверное, и был рентгеновский аппарат, вот первый. Вот это вот здоровый шкаф. О, там прямо на нем написано вот катод, антикатод. Понимаете? Вот такие вот темы. Вот. Ну, у меня папа учитель физики был. В Киеве, причем не за...